Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Хочу вам показать некоторые подготовительные детали при устройстве основного кровельного покрытия. Будет у нас здесь битумная черепица. Какие есть важные моменты? Это устройство сплошного основания. Мы его всегда выполняем следующим образом. Лист фанеры распускаем на 5 частей для того, чтобы у нас в процессе мы избежали линейного расширения. Обязательно делаем вот такие вот зазоры. И, как я уже сказал, распускаем его на 5 частей. Зазоры у нас здесь все по 4 мм. Вот они. Таким образом у нас будет компенсировано движение основания. Это вот этой вот плиты ОСП. И со временем какой-либо складки на подкладочном ковре и непосредственно самом кровельном покрытии мы с вами не увидим. Вот это вот наиболее оптимальный способ избежать какого-либо дефекта на битумной черепице. И также это является требованием многих производителей. Далее на сплошное основание в виде ОСП 12 мм мы уже укладываем подкладочный ковер. Ну, а следом за монтажом подкладочного ковра будут уже монтироваться планки. Сначала по карнизу, потом уже по фронтонной части. Вот такие вот работы мы пока в настоящее время провели.